приветствую! В этом видео выступление, которое вошло в историю мирового фигурного катания. Ирина Роднина, Александр Зайцев и тишина. Один из самых громких скандалов с политическим подтекстом. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Ирина Роднина – легендарная спортсменка. Их дуэт с Александром Зайцевым не проиграл ни единого старта. В этой золотой плеяде сегодня хочется выделить победу на чемпионате мира в Братиславе. «Немое выступление» – так прозвали их прокат. Дело в том, что прямо на середине выступления вдруг оборвалось музыкальное сопровождение. Судья соревнований свистком и жестами пытался дать паре знак остановиться, но дуэт Роднина-Зайцев продолжали кататься как на автомате. На самом деле не как, а действительно на автомате. Дело в том, что у их тренера, легендарного Станислава Жука, была своеобразная манера тренировок. Как рассказывала сама Ирина Константиновна, для их наставника музыка была просто набором звуков с определенным ритмом. На тренировках они почти всегда катались под метроном, отточив тем самым необходимое время на каждое движение. Ничего лишнего никогда не было. Поэтому, по сути, Роднина и Зайцев с легкостью всегда могли откатать любую свою программу без музыкального сопровождения. И этот вопиющий случай не смог им помешать. Судьи предложили фигуристам откатать программу еще раз, но Роднина отказалась. В итоге арбитры снизили оценки, хотя могли этого не делать. Было очень много споров о преднамеренности данного действия. Этот случай имеет слишком много косвенных и прямых политических моментов. Выход из строя генератора – официальная причина, но тогда за минимальные полсекунды должен был включиться дублирующий генератор. Интересно и назначение штрафа за музыку, ведь именно советская школа ввела в музыкальное сопровождение во время выступлений. Как бы там ни было, этот прокат стал легендарным. Не было бы счастья, да несчастье помогло.